ненависти во мне нет. Моя ненависть выплеснулась во время боев, и все войны кончаются рано или поздно миром. И я думаю, надо начинать разговор о мире. Многие меня неправильно поймут в Осетии, но тем не менее я беру на себя ответственность сказать грузинскому обществу, осетинскому обществу, что ненависть пора убрать и надо говорить о мире. А мир может быть только в одном случае, если он будет на равных. То есть Грузия должна осознать, что Южная Осетия для себя хочет ровно столько, сколько хочет Грузия для себя. Вот и тогда все будет нормально.